До Нового года вы тоже отслеживали это. Мы договорились с президентом, вы в это мало верили, что мы начнем, в том числе и ревизию наших отношений снизу, с вопросов разных направлений нашего сотрудничества. Если вы заметили, сегодня у нас подверглась ревизии наше сотрудничество вместе с министрами, нашими коллегами в сфере гуманитарного сотрудничества. Потому что мы обделили эти сферы вниманием президента. Вот все больше говорим о финансах, об экономике, промышленности, о поставках, экспорте, импорте. И меньше занимались вопросами гуманитарного сотрудничества. А без этого человек вообще не может жить. Мы также давно договорились с президентом, что нам надо посмотреть и на развитие наших союзных отношений в рамках Беларуси и России, посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы. Мы откровенно друг другу говорим о том, что мы же не вечные. Мы когда-то уйдем, что оставим нашим детям, как они продолжат нашу политику. Это тоже нас как политиков не может не волновать. И прежде чем делать серьезные шаги развития союзного государства и так далее, мы-то это должны как президенты не только знать, но и впитать в себя, чтобы мы были в этом убеждены. Вот поэтому мы аж 3 дня уже работаем по разным направлениям. Вчера я благодарен своему коллеге, он меня пригласил на итоговое мероприятие саммита по Сирии. Очень было полезно поприсутствовать на встрече президентов. Почти всю повестку международных отношений вчера посмотрели, и каждый президент высказал свою точку зрения. Поэтому к налоговому маневру мы подойдем, но кроме налогового маневра у нас еще много проблем, которые кроме нас никто не решит. По крайней мере, толчок к этому должны были дать мы. И мы это делаем.